сумочка какая-то будет. Так, одна моя сумочка, а вторая. Да вы не видите. А вторая здесь. Ой, я только ваши носки не сфотографировала. Да, пожалуйста. Для коллекции. У меня сегодня обзор носков. Могу их натянуть, чтобы они были в кончике. Давайте. А вот. Вот там вот еще. И не знала, ваша, вон там моя. Не знала про ваш конкурс. Я просто всегда надо носила. Надо дресс-код завести у нас. Да. Это даже не самые веселые носки. Я просто не знала. Да. Я предлагаю. А, ну вот я говорила по поводу альманаха. Вот такой альманах вышел при журнале «Урал детская». И там как раз «Страшно и долго» напечатан рассказ и рассказ «Нет», который я сегодня тоже не читала, но еще не вечер. Вот. Я предлагаю каждому, у кого есть цветные носки, сейчас получить по конфетке. Я могу помочь. Да, вот прям золотой человек. Так, и разыгрывается вот такая книга и вот такая книга. Так, демонстрируем носки. Демонстрируем носки. Ух ты, вообще, глаза разбегаются. Глаза разбегаются. Я вне конкурса, я в носках, но я вне конкурса. Почему? Не, ну... Потому что тогда... Я на правах хозяина, да, поэтому... Да, тогда у меня ярче всех, если что. Да. Так, ну что, вот мне очень нравится Сова. Давайте вот Сову посмотрим, да? Да. Так, давайте мы вам вручим вот эту книжечку. Потом красиво, вот Сова, да, есть, да. Вот у... Или это кто? Коты. Ну, коты это святое. Так, всем цветным, всем конфеты. Все, у кого есть носки. Кто в носках, все конфеты. Я не в носках. Да. Дайте студентке конфеты. Чтобы купила носки. Всем в носках по конфетке. Так, ну, так, ну, девочки, носках. берем. Да, кто у нас еще? Вот я еще хочу с оленями, да, вот с оленями носки. Держите, вот. Да, держите по конфетам. И я тут вот увидела. У кого олени? Мы с Наташей разберемся, держите. Так. Я вам обещала, конечно, взрослые рассказы не читать, но я думаю, что все уже устали, и до 8 же. Ну, да, там уже. Пока вы переобуетесь, да. Но, в принципе, у меня есть все-таки, чтобы вы понимали, что я... Надо еще раз. Так как я закончила сценарный гик, у меня много взрослых рассказов, и я хочу вам прочитать рассказ-сценарий, который... какую-то там премию получил. Он только на одну страничку, и ну, чтобы вы немножко понимали, что я не только детские тексты пишу, хотя я очень люблю детские писать. Вот он на одну страничку, и называется очень просто «Тортик».